Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Топорков и программа «Советы бывалых». Используйте на снегоходах очки без всякого затемнения, просто обыкновенное стекло. Для чего? Если ночью будете ехать, будет сильный ветер, снег или еще что-то, какие-то погодные условия, вы всегда увидите то, что происходит впереди. Если очки затемненные, ночью будет очень плохо ехать. Поэтому такие очки с простым стеклом, они очень комфортно на снегоходе. С вами был Михаил Топорков и программа «Советы бывалых».